Итак, 2 недели пользования бассейна. Все у нас здесь получается. Чтобы у нас не получалось, мы стараемся устранить. Пока я решил поменять систему фильтрации в бассейне, потому что старая система фильтрации, ну, штатная система фильтрации, она хоть бы и справляется вроде с работой, но требует ежедневной чистки фильтра. Да и справляется как-то так, условно, конечно. Производительность насоса хоть вроде считается достаточная, но явно недостаточная в этих условиях. Так что будем менять систему фильтрации. Система подогрева пока природная меня устраивает, потому что бассейн прогревается за счет солнца. Ночью под покрывалом не остывает, а днем за счет солнца прогревается очень хорошо. Можно поставить небольшой столик на бочинке, чай, кофе, мохито, по желанию. А все остальное от лукавого. Бассейн хороший, но маленький. Ну, это как та же самая пенсия у пенсионера. Хорошая, но маленькая. Поэтому мы не обижаемся. Какой есть бассейн, такой есть. Нам его на двоих хватает. Как-то так.